Начинающие предприниматели Верхневолжья и те, у которых уже есть опыт ведения своего дела, имеют возможность улучшить свои навыки. Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Тверской области подготовил для них целый ряд образовательных программ. Как привлечь клиентов, как продвигать себя в интернете и как зарабатывать еще больше. На эти и другие вопросы представителям деловой сферы региона помогают найти ответы опытные наставники. Виктор Макаренко – начинающий предприниматель. Около года назад мужчина начал свое дело. Открыл небольшой салон красоты. Поставить собственный бизнес на ноги, как известно, и в обычных-то условиях не всегда легко. А тут еще и пандемия коронавируса разразилась. Впрочем, Виктор не жалуется. Упорно идет к поставленной цели и не упускает возможность перенять опыт у коллег. Именно за этим он пришел на обучающий семинар в центре «Мой бизнес», организованный при поддержке правительства Тверской области. Пообщаться с единомышленниками, с такими же предпринимателями, то есть как бы поделиться опытом, это очень важно, как бы, потому что все равно любой какое-то мнение чужое, то есть или что-то, это всегда развитие, то есть мы должны делиться этим, как бы, тем более все в одной сфере мы находимся, кто-то там разные направления, но все же мы в одном ключе как бы идем. Вместе с Виктором в семинаре приняли участие более 100 молодых и опытных предпринимателей. Причем некоторые из них приехали из муниципальных образований региона. Подобный опыт работы, уверен губернатор Тверской области Игорь Руденя, крайне востребован сейчас в период пандемии. Центр «Мой бизнес» – это современный стандарт обучения предпринимателей. Тверская область на одной площадке объединила все институты, инструменты поддержки и развития предпринимательства. Помощь здесь оказывается, начиная от разработки бизнес-планов, необходимых документов, до получения грантов и льготных займов. Для бизнесменов специалисты центра подготовили целый ряд образовательных программ, в рамках которых предприниматели могут повысить свои профессиональные навыки. Это и обучение начинающих предпринимателей, программа, посвященная экспорту своей продукции, дисциплины для мам предпринимателей и даже школьников. И все это совершенно бесплатно. В том числе у нас будет программа «Бизнес-старт» в сотрудничестве с деловой средой, федеральным проектом от Сбербанка. Туда уже больше 200 регистраций. Мы планируем делать отдельно дополнительный заочный модуль по онлайн-обучению. И это главная программа, выпускающая новых предпринимателей в Тверской области, повышающая качество жизни в регионе. Помогать бизнесменам будут более опытные наставники или, как их называют в центре «Мой бизнес», менторы. Один из них – Регина Широкова. Девушка вот уже почти 7 лет ведет свое дело. Последние 2 года занимается раскруткой компаний в медийной среде. Как признается Регина, людям, желающим открыть свой бизнес, она помогает найти свою нишу. С опытными предпринимателями работает в несколько иной плоскости. Если мы берем уже действующих предпринимателей, то мы собираемся с учредителями, там, с директором и разбираем, что сейчас есть и куда идем. Соответственно, это моя основная функция, как ментора, помочь человеку, поделиться опытом, подсказать, куда идти. В среднем по каждой образовательной программе обучение занимает от 4 до 6 недель. Все это время с предпринимателями будут работать их более опытные наставники.